Совет депутатов Уснеры решил отправить в отставку действующего главу поселка. Такого случая не припомнят даже старожилы. Подробности у наших коллег. Василий Вениаминович Ефимов избран главой поселка Уснера в сентябре 2015 года, набрав более 55% голосов от числа проголосовавших. Что же стало причиной решения Совета депутатов? В соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 131 основанием для удаления главы послужило длительное неисполнение своих полномочий. Данный факт нашел отражение в представлении прокурора Аймиконского района. Ставится главе в вину и малоэффективное руководство при введении чрезвычайной ситуации по размороженным станциям напорной канализации, в результате чего допущено множество разливов и подтоплений домовых территорий. Я считаю, что снятие главы Ефимова было необдуманным решением депутатов. Ведь люди его выбирали, выбирали большинство голосов. А теперь я считаю, что и люди должны его снять, но никак не решение депутатов. Дальше я думаю, что положение в Уснере с другим главой не наладится, потому что этому поработать-то не дали. Совет депутатов поселка большинством голосов 12 против 3 вынес решение прекратить досрочно полномочия действующего главы поселка и возложить временное исполнение полномочий главы на его заместителя. Совет депутатов поселка надеется, что изменения в руководстве поселка улучшат не только социально-экономическую ситуацию, но и взаимодействие с районным и республиканским уровнями власти. По этому вопросу я воздержусь от комментариев. Решение может быть обжалованным. Поэтому окончательную точку в этом все поставят. Я думаю, что все-таки суд. Решение Совета депутатов может быть обжаловано в 10-дневный срок с момента обнародования. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, Уснера.